Бороться со снегом в Омске вызвались студенты. Сегодня в частном секторе Центрального округа работает Тимуровская бригада, которая помогает чистить дворы одиноким старикам. Кто заставляет молодых людей совершать полезный труд, выяснила Алла Аксенова. 6 молодых ребят сегодня чистят снег на второй Амурской. Возле дома Мария Алексеевна Рыжих. Их задача – разбить наледь, а весь снег скинуть в кучу возле дороги. Хозяйка дома тихо стоит в сторонке, довольная помощью юношей. Труженица тыла под 90 лет, живет одна. И уже второй год обращается в Совет ветеранов и в администрацию Центрального округа с призывом, чтобы помогли расчистить снег, иначе весной и подпол, и жилье затопит. Вот этот снег, куда он должен, это самое? Если я не могу, так кто мне поможет? Добросовестно делают. Но если б не пришли, там бы время показало бы, куда. Я бы обратилась в другое, это самое. Я бы нашла, как говорится, выход, чтоб мне бы этот снег отбросали. В Тимуровской бригаде в этом году 50 добровольцев. Эти 6 ребят – четверокурсники строительного колледжа. Юноши крепкие и, как оказалось, внимательные к беде стариков и отзывчивые. Проводили опрос, спрашивали, кто хочет принять участие. Все желающие. Я был в составе желающих. С детства меня приучили уважать старость и помогать пенсионерам. Тимуровцы заверили, что за помощь хороших отметок и прогулов им не обещали. Просто сами прошлой весной плавали. Мы сами знаем, где здесь живем, что весной здесь потопы, снег тает и ходить невозможно. Но надо помогать. Общежитие вот здесь на 30-й Северной. От остановки, когда идешь, тоже. Ну, видать же, частный сектор, что все затоплено. Тимуровская бригада помогает только одиноким старикам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Пожилые либо оставляли заявку в администрацию Центрального округа, либо квартальные подсказали, что в том или ином доме живет беспомощный человек. В этом году ребятам нужно почистить 15 дворов, и 10 заявок уже выполнены. Следующим этапом будет, здесь проедет специальная техника, вывезет снег. Ну а потом мы добьемся, чтобы все соседи, все жители прочистили свои ливневые канализации, для того, чтобы снег все-таки ушел с этого участка и наша работа не была бессмысленной. А еще тимуровцы готовы прибраться в доме, если хозяин или хозяйка попросят. А в перерыве между работой пьют чай, чтобы старикам было еще приятнее. Алла Аксенова, Максим Мартынов, Антенна 7.